Еще один и... Так... Все хорошо, миссис Томбли? О, конечно. Я только что получила приглашение отпраздновать китайский Новый год в Китае. А где именно? Шанхай. Меня приглашают как автора и уху-мастера кунг-фу шитья. Вы и ваша семья приглашаются в качестве почетных гостей на особую церемонию по случаю празднования китайского Нового года. Ух ты! Поздравляю, миссис Томбли. И не волнуйтесь, я тут за всем присмотрю, пока вы в отъезде. Нет, я никуда не поеду. Как это? Мечтаешь о любимом деле, пусть будутся твои мечты. Но как заранее узнать в мире счастлив, где будешь ты? Маленький зоомагазин. Миссис Томбли, почему вы не едете в Шанхай? Это может быть отличным путешествием для вас и ваших родных. В том-то и дело. Мне не с кем ехать. Моя единственная сестра сейчас на Южном полюсе с каким-то секретным заданием. И будет там еще 2 года. Она точно не сможет все бросить и поехать со мной. Очень жаль, миссис Ти. Но знаете, я, папа и зверушки тоже ваша семья. И мы бы с радостью поехали с вами. Да, это было бы замечательно, но... А если у вас есть питомец или 7 питомцев, вы можете полететь на зверолете. Ну, Блэйс, похоже, что мы все летим в Китай. Отличные новости, мы летим в Китай. Ты сказала, мы летим в Китай? Да, Рассел. Я думал, это такая посуда. О, милый невежественный Винни. Китай – это место, где делают твою посуду. Да, Китай – крупный мировой экспортер, в том числе и посуды. А зачем мы туда летим? Разве не понятно? Встретиться с моими родными. Панда из Китая. Да, наверное, ты сможешь повидаться со своими родными, пока мы в Китае. Но вообще-то мы едем туда с миссис Томбли. Она почетный гость на церемонии в Шанхае, как автор книги «Кунг-фу шитья». Ее пригласили с семьей, а мы и есть ее семья. Ваши хозяева не против этой поездки. Жители Шанхая, принимая эту великую честь, я хочу отметить ваше необыкновенное гостеприимство. Ох, это ужасно. Тебе же не докторскую степень по квантовой физике присваивают, Томбли, ради всего святого. Нужно их очаровать, произвести впечатление. Ничего, миссис Томбли, у вас получится. Ой, видимо, я волнуюсь из-за выступления. Я вообще очень взволнована всей этой поездкой. И я тоже. Для меня это отличный шанс придумать новые модели к предстоящей фэшн-выставке. Блайс! А что такое, пап? Просто хотел сказать, что не могу тебе кое-что рассказать. А, хорошо. Но, может, хоть намекнешь? Хорошо. Хочу кое-что подготовить для церемонии миссис Томбли. О, почти проболтался. Блайс, умеешь ты из меня секреты вытягивать. Ребята, хотела поговорить с вами о церемонии миссис Томбли. А где Пенни? Она как узнала, что едет к родственникам, ушла в себя и сидит, уставившись в зеркало. А, хорошо, расскажу ей потом. Хотела показать вам вот это. Дракон! Да ладно вам, это не дракон, а китайская кукла дракона. Правильно, Рассел. Эти драконы – часть празднования китайского Нового года. Давайте вместе сделаем такого дракона, потом вы залезете в него и станцуете традиционный танец на церемонии миссис Ти. Она оценит этот танец. Извини меня, Блайс, но зачем нам нужно танцевать в этом костюме дракона? Это часть празднования китайского Нового года. Считается, что этот танец, исполняемый под барабанные ритмы, отгоняет злых духов. Злые духи! Ребята... Ну, вы даете. Ой-ой-ой, ты сказала духи? То есть привидения? Я уверена, что это просто традиция. Даже если злые духи бывают, Винни сможет их прогнать своим танцем. Так, Винни?
Так, не волнуйтесь, ребята. Я станцую такой танец куклы-дракона, какого Китай еще и не видывал. А мы не волнуемся. А вот Рассел волнуется. О, точно, Рассел, ты же немного боишься привидений, да? Привидений! Зефирок! О, Рассел, смотри, привидение из зефира! Это не смешно! Встреча с семьей даст ответы на все мои вопросы о себе. Например, у всех ли в моей семье такой же прелестный животик, как у меня? Или у всех ли такие же большие глаза? Или все ли красят коготки в два цвета, как я? Вряд ли накрашенные ногти передаются по наследству, Пеннилинг. Но ты сможешь все выяснить, ведь церемония миссис Томбли состоится в Шанхайском заповеднике, где живет большая популяция панд. Смотри. Вот где живут мои родственники. Вот это совпадение, да? Да, нарочно не придумаешь. Эй, панды-родственники! Ваша американская родственница. Мы все ждали тебя так долго. Покажи свои коготки. Красота. Посмотри. Животик. И глаза. О, все как у меня. Вы и правда моя семья. Да, Пеннилинг, только предупрежу всех перед уходом. Мы идем в заповедник, папа. Хочешь пойти с нами? Не могу, Блазь. Готовлю сюрприз к церемонии миссис Томбли. Желаю хорошо провести время. Разминаетесь перед церемонией, да? Да, я заржавела немножко. Вы в отличной форме. Это для тебя, но не для увлеченных кунг-фу рукодельниц. Я должна показать им высший класс. Ки-я! Может, мы пойдем? Еще минутку. Как идут дела с кукольным драконом? Отлично, чертеж превосходный. А ткань, что ты выбрала, потрясающая. Блэйз, а ее обработали? Обработали чем? Средством от привидений. Может, купите такое средство где-нибудь по пути? А теперь мы можем пойти? Да, пойдем. Итак, Пеннилинг, по пути в заповедник я бы хотела посмотреть исторический район набережной, затем посетить сад Юян и заскочить на рынок. Да, только поехали супербыстрым автобусным туром. Супербыстрый автобусный тур. Смешно. Супербыстрый автобусный тур. Это как раз для нас. Не могла не сфотографировать знаменитый нефритовый камень. Красота! А как тебе фотография этой китайской джонки, а, Пенни? Плайс, это называется кораблик. В Китае парусные лодки называются джонки. Скорее, Плайс! Я не могу дождаться встречи со своей китайской семьей. Ты иди, Пеннилинг, а я попробую поправить прическу. Попозже тебя догоню. Ты правда думаешь, что этот танец с драконом способен отогнать злых духов, если те встретятся нам завтра вечером? С моей великолепной хореографией и нашими друзьями тут совершенно не о чем беспокоиться. Я очень надеюсь, что так. О, мы тоже, Винни. Да. Расскажи нам еще раз, как мы будем отгонять привидений. Пожалуйста! С удовольствием. Вам будет меня нелегко поймать, ведь из вас любого я могу одним пинком прогнать. Порхаю я бабочкой, жалю пчелой, рядом дух, и что? Я справлюсь с тобой. А надеюсь, ты это не видишь.
слышь? На цыпочках крадусь, как будто я мышь. Каждый пируэт быстрее скорости света. В танцфу вам не везет, я лучший в этом. А я глиняный король, увы, шансов нет. Эти воины хотели танцевать 100 лет. Как единые воины, это движется сотни. Их танцфу побеждают они сегодня. Вам столбами столько лет пришлось стоять. Лучше вас и деревья могут танцевать. Движения старые и покрыла вас пыль. Готовьтесь, позабудут скоро вас, как быль. Шаги назад, вперед, повторю опять. Ха! На пятки вам буду я наступать. Кручусь я юлою, ты догони. Солдаты трусы, разбежались они. Ия! Что с тобой, Винни, испугался меня? Ты с драконом не дрался, так пора начинать. Танцую, будто робот, не устану танцевать. Ем таких, как ты, на завтрак штук по 5. Древние танцы, вот мой конек. Затанцую до смерти, я тебя, дружок. До танцев ты еще совсем не дорос. Преподам тебе урок, а учитель хвост. Ты велик, знаменит, согласен с этим. Но давно твой возраст уже так заметен. Драконом ты зовешься, но огнем не дышишь. И пора на покой, ничего не попишешь. Ой-я! Бу! Ты со мной говоришь? Да, я Пенни Линк. Мы родственники. О, я Линк Пен. А я из самой Америки приехала, чтобы тебя повидать, Линк Пен. Я понял, что ты американка по твоему сильному акценту. Да, а у меня акцент? Что ты сказала? А, да, очень сильный акцент. Я понимаю, что ты говоришь только потому, что очень люблю американские мюзиклы. Ой, ну и совпадение. А вот еще твои кузины, Пенни Линк. Это Линк Джун и Джун Линк. Они тоже обожают американские мюзиклы. Два из трех тоже неплохо. Так здорово вас всех встретить! Хотите, я расскажу вам про свою жизнь? Нет. Мы и так много знаем про жизнь в Америке из фильмов. А тогда расскажите мне про себя. Мы живем тут. Мы любим американские мюзиклы. Ты, должна быть, любишь петь под дождем. Нет, не очень. А, но ты наверняка любишь танцевать чечетку с друзьями на ступеньках. А, я как-то даже не пробовала. А вот тут мы сделали прямо как в кино. Что-то вроде этого. Так, пойдем со мной скорей. Вместе будет веселей. Мы под дождем поем. О, вот это да! Потрясающе! 7 песен и танцев подряд! Спасибо, кузина. А теперь нам надо вздремнуть после всех этих танцев. Но мы приглашаем тебя завтра на традиционный семейный ужин по случаю Нового года. Ты будешь нашей почетной гостьей. Я почетной гостьей? Конечно, я приду, кузены! Да, и нам не терпится увидеть твой модный американский костюм. Завтра вечером традиционный семейный ужин. С моей семьей! Хорошо, что мы возвращаемся в отель на обычном автобусе. Ну, как прошел твой день, Пенни Линк? Было несколько недоразумений, но в целом отлично. С семьей ведь именно так и проводят время, правда? Пенни Линк, может, ты заскочишь к ним завтра перед церемонией миссис Томбли? Вообще-то они пригласили меня на традиционный семейный ужин в мою честь завтра вечером. Но ты не можешь пропустить церемонию миссис Томбли. Мы ради этого сюда приехали. И зверушкам нужна помощь с танцем дракона. Я чувствую себя ужасно из-за того, что пропущу церемонию. Но ведь меня ждет моя настоящая семья. Ладно, ладно, не плачь. Я скажу всем, что ты вынуждена пропустить церемонию и танец дракона по семейным обстоятельствам.
Спасибо тебе, Блайз. Я знала, что ты поймешь. Надеюсь, и остальные поймут. Ох ты! Просто фантастика! Все сделано точно по эскизу. Ага, и мы оставили достаточно места в хвосте для Пеннилинг. А, здорово. А насчет Пенни? Я сама скажу, Блайз. Ребята, я встретила своих родственников, и они пригласили меня на особый ужин в мою честь. Ух ты, здорово! Завтра вечером. Что? Да, Пенни, ты у нас ключевой элемент в конструкции дракона. Ты наша корма. Без тебя дракон будет волочиться. И не получится превосходного танца. Простите, но семья очень важна для меня. И я не могу не пойти. Послушайте, я хорошо знаю Пенни Линк и уверена, что завтра к выступлению она будет здесь. Блайз! А? Что случилось, миссис Ти? Они постирали мой кунг-фу костюм в горячей воде. О, ладно, спокойно, миссис Ти. Ваш костюм будет как новый к завтрашнему вечеру. О, спасибо, Блайз. Я знала, что ты поможешь. Фу, пойду выпью маньчжурского чая. Еще будут проблемы. Блайз! Пенни Линк, что такое? У меня просьба. Это очень важно. Мне нужен американский костюм для моего семейного ужина. Американский костюм? А какой? Не знаю, но это очень важно для моей семьи. Я прошу тебя, помоги мне. А, хорошо, сейчас займусь. А, спасибо, Блайз. А я пока китайский поучу. Интересно, как по-китайски помощь? Не знаю. Единственное слово, которое я выучила, это нихао. Значит, привет. Нихао, 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 нихао. Полный зал. О, злые духи тоже там? Возможно. Без Пенни Линк мы не сможем управлять драконом как надо. И хотя Блайз уверена, что она придет, я ее пока не вижу. А я уверена, что наша панда появится. Ай, надеюсь, ты права. Нам скоро уже нужно будет начинать. Нихао. О, хороший китайский. Но акцент еще довольно сильный. А что это на тебе? Американский костюм, как вы просили. Блай сделала его для меня вчера. Я статуя свободы. А из какого мюзикла это статуя свободы? О, так вот, что вы хотели. Костюм из мюзикла. Да ладно, пойдем поедим. Как Пеппер, когда она недовольна. А, это пахучий тофу. Мы его очень любим. Ей чао, вей дао, ген хао. Что он сказал? Старейшина говорит, чем сильнее запах, тем лучше вкус. Где Пенни? Наш выход! Как мы станцуем танец дракона для отпугивания злых духов без нее? Дамы и господа, нашу церемонию открывает танец дракона специально для нашей почетной гости Анны Томбли. Это я, да, это я. Пенни, ты сможешь ради миссис Томбли. Ладно, попробую усилить танец. Ну что ж, а теперь пришло время для нашего традиционного танца дракона. А, да, я знаю, он защищает от злых духов. О, да, извини, Пенни Линк, но для тебя нет места в нашем драконе. Я здесь лишняя. Но я знаю, где не буду лишней. Много балласта сзади. Держите свои части. Попробуй вывести его из штопора. О, нет. Всем нихао. А? Пенни Линк, ну
наконец-то! Ты как раз вовремя! Можешь нас освободить? Работа ног, Винни! Извините, что опоздала. А прежде всего, извините, что бросила вас. Вы и есть моя настоящая семья, мои родные. А теперь позвольте представить нашу почетную гостью, миссис Анну Томбли. Мы вручаем вам эту именную доску как мастеру и основательнице кунг-фу-шитья за ваш вклад в развитие этого искусства. Ну надо же! Спасибо вам огромное. Я хочу поблагодарить членов моей семьи и тех, кто не смог быть здесь, и тех, кто сейчас со мной. И особенно тебя, Блайз Бакстер, за то, что все это стало возможным. Это моя дочь! А это для вас, миссис Томбли. Да. Мой папа! Вот классный костюм из мюзикла. О, да, да, да. Семья. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».